К другим темам. Бывший министр образования Омской области Сергей Алексеев предстанет перед судом. Он обвиняется в превышении должностных полномочий и халатности. Как следует из материалов уголовного дела, Алексеев, будучи главой администрации Омского района Омской области, продал муниципальные участки земли по заниженной стоимости. В результате госбюджету был причинен ущерб на сумму более 7 миллионов рублей. Во-первых, нельзя было предоставлять земельные участки под этими строениями. И во-вторых, площадь предоставляемого участка и площадь строения они просто несопоставимы. То есть по нормативам максимально можно было предоставить там 300-400 квадратных метров. Фактически предоставляется несколько десятков тысяч квадратных метров.